Йоу, всем салам алейкум, с вами Адек, сегодня мы будем выбивать новые события, оно уже вышло, это называется вечеринка на эмоциях. Давайте мы посмотрим, сколько алмазов нужно слить в данное событие. Вы в комментариях обязательно напишите, сколько алмазов потратили вы, и что мы тут видим. Здесь у нас три новых эмоции, ребята, три новых эмоции, это что значит? Это нужно выбивать 100%. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Ну, это помните, как раньше у нас такого была вечеринка на эмоциях, теперь такое, окей. Давайте начнем. Первая супер попытка, она нам дает гарантию того, что у нас что-то выпадет годное. Поток энергии выбил я, это совершенно не то, что я хочу. Мне кажется, здесь, давайте чекнем список призов. Смотрите, получается, я могу получить здесь 3 эмоции новых, и обычные эмоции можешь залутать. В принципе, если что, за 100 алмазов, ты понимаешь, можешь выбить хотя бы какую-то эмоцию. Опасная игра, эмоция, понятно. Дальше, еще одна попытка у нас. Так, победитель, понял, ничего не дали. Опять, что за фигня, прикинь, сколько... У меня 17 тысяч алмазов, ребята, 17 тысяч. Алмазов мало. Оп, все. Короче, мы забрали главную эмоцию, денежный дождь какой-то, да? Да, и осталось еще две эмоции, ребят. У нас вот такая вот эмоция есть, смотрите. Ну, нормально, да, она? Я помню, она была у нас задана, да? А не, нифига, смотрите, ничего себе. Правда, на фестивале какой-то и есть магия гранат. Короче, это нужно выбивать. Так, ну-ка, а если обычная попытка? Давайте посмотрим, что она дает. А, ну еду питомца дает. Это вообще фигня, ребята, это вообще фигня. Окей, дальше мы тратим, получается... Блин, уже 16 тысяч алмазов у меня. О, выбил. Зашибись. И осталась последняя эмоция, ну давай. Нету. Да ё-моё, ну что такое? Мне осталось у меня 15 тысяч алмазов. О! Зашибумба. Так, все, я это все забрал. Давайте посмотрим, что за эмоции. Интересно посмотреть, как они выглядят. Там ничего не понятно было. Так, погнали, где они? Вот, первая эмоция, это денежный дождь. Это у нас в честь, ну, такого ивента. Ну, неплохая, кстати, эмоция. Дальше, следующая эмоция, это мания гранат. Блин, имба. Нормально. Так, и еще одна последняя, это праздновать фестиваль. Неплохо, неплохо. Мы их поставим в любом случае, да. Может быть, я их буду использовать, да, а может и нет. Вот так вот поставим. Ну-ка, давайте мы сейчас здесь посмотрим, как оно нормально, нормально. И пойдем еще одно событие заберем. Я хотел вам показать вообще, кстати, имбу новость. Об этом забыл рассказать. Но здесь у нас получается, смотрите, обновление наград за повышение левела. Давайте об этом, наверное, в следующем видео покажу вам прям подробно, что может полутать тут вообще. Но я уже как минимум забрал здесь баннер. Поэтому если у вас есть 70 левел плюс, у вас, скорее всего, будет вот здесь в профиле находится вот такой баннер 70 левел. Он, кстати, переливается довольно-таки неплохо. А дальше вы увидите, что еще можно получить. Так, короче, мы заходим теперь в джекпот. В общем, здесь у нас вышла стенка. Ее нужно забирать, осталось 5 дней. И, к сожалению, здесь она стоит 150 алмазов. Это очень много, когда у тебя остается алмазов все меньше и меньше. Так, я забрал 5 жетонов каких-то. А что так вообще ничего не падает? Да как такое может быть? Сейчас давайте посмотрим. Смотрите, здесь у нас сотка нужно, чтобы забрать стенка. 50, чтобы рюкзак. И 35, чтобы лутбокс. Слушайте, это вообще дорого. Давайте, у меня только 5, а там уже сотку, представляете? Ё-моё. Офигеть, так это же вообще невыгодно что-то. За 50 попыток гарантия приза будет, да? Ну-ка. Да, по факту. Но дали не то, что я хочу. Ё-моё. Ну-ка, сарь уже точно слил. 15. Вообще не падает. Здесь только... Ты только тут получишь что-то, если набираешь 50 попыток, ребят. Писец. О, кайф. Плюс 25 жетонов. А, понял, и сбросилось. Ничего себе. Так это же вообще невыгодно. Бля, лучше бы я бы эмоции поюзал. Полутал бы все бы, да? Так. Ема, так это же вообще невыгодно. Ребят, у меня столько сейчас алмазов мало будет. Так, благо здесь... О! Благо здесь повезло. И выпало у меня 15. Осталась 30-ка. И выбил мотоцикл.
Хорошо прям. Если бы не мотоцикл, ребята, у меня бы 10 тысяч алмазов осталось бы. Алмазов действительно мало. Вот, поэтому ставьте лайки обязательно, кто хочет, чтобы у меня было больше алмазов. В общем, снегку мы забираем, но я дальше, наверное, не буду крутить. Потому что, хотя, событие один раз, да, бывает. Ё-моё, ну вот почему он такой дорогой? Представляете? 20-я попытка всего лишь-то. Ай-яй-яй. 37. Ну, если не сейчас, то когда? Вот сейчас давай. Писец. Это имба. Ну, благо хотя бы нормально выпало, да, что мне дали жетоны. Все, мы забираем. Я, в принципе, сейчас очки бренда себе подфармил, как вы увидели сейчас. И, естественно, 26 мы заберем тогда вот эти 6 лутбоксиков. Ну, плюс 12 тоже неплохо. Слушайте, ну что за событие? Вот именно вот это вот джекпот вообще невыгодный. Вообще, 2000 алмазов слил, забрал только стенку. И то это повезло мне, это мне просто повезло, что вот это забрал я. Я что-то не ожидал такого события, конечно, что оно будет очень дорого. Даже вот это было дешевле, по-моему. Так, и последнее, ребята, если вы активны, если вы хотите получать себе за актив, естественно, подарки, любой подарок за актив, смотрите, у меня написано 25 тысяч очков в неделю делать и получать 2 любых подарка. Поэтому, кто желающий, есть еще одно место, есть еще 2 места, возможно, будет, да? Пишите в ВК, ссылка будет в описании, или кидайте заявку, свитшот. Пишите офицерам, в группу ВК пишите, ищите нас в ВКонтакте, потому что мы там есть, там все офики написаны. Им пишите, спокойно попадайте к нам и будете здесь в топе находиться. Вот, я думаю, мы будем набивать. Все-таки что-то мы отстали здесь немножечко, да, потому что мне просто впадло было. Но думаю, нужно забирать эти места. Да, к сожалению, тут идти жестко нужно будет, но все-таки кто хочет, тот зайдет, поэтому ссылка будет в описании. И еще что хочу вам показать. Заходим вот сюда. И здесь, смотрите, есть ежедневное задание. Мы забираем. И, смотрите, я 30-ку получаю. И здесь 10-ку делаем. Дальше мы просто нажимаем тоже 10-ку. Опять, да? Практическое попадание. Короче, я думаю, вы все поняли, как все это делать, потому что я тогда не объяснил. Сейчас хочу вам показать, то, что это на самом деле вообще легко. Вот фармите и забираете себе. Просто попытки нужно набить. И заберете. Что будет, когда мы соберем всю картину, пока неизвестно. Но думаю, что будет у нас просто скоро наборчик уже добавлен. Вот. Если что, смотрите, здесь события. Тут, кстати, смотрите, что я увидел. Я вообще, кстати, офигел. У нас должны быть футболки. Они будут выдаваться уже через 2 дня с этого лутбокса. Поэтому ждите обязательно. Заходите каждый день. Тогда вы сможете получить бесплатно себе какую-то футболку. Даже, наверное, 2. Вот, надеюсь, что можно будет получить их хотя бы навсегда. Так, это забрали. Все это тоже, то фан-фуфе. Все, ребята, всем от души, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписываем все соцсети, которые есть. Так, и вот, что тут еще надо выбирать.